курорт, гора Ормонд. Ормонд, всем добрый день, дорогие друзья. Добро пожаловать в игру Dead by Daylight. Вновь я играю за Джейка Парка. Вчера игру обновили и добавили трюкача. Я пока не могу сказать, сильный он или нет. Наверное, все-таки зависит от того, насколько сильный игрок за него играет. И еще зависит, наверное, от карт и от препятствий. Потому что если препятствие невысокое, то оно особо от трюкача не защитит. Играю я сейчас с ключом. Так, надо внимательно слушать, потому что вдруг у него умелец, ну мало ли. Музыка этого мана, она довольно таки тихая, как мне кажется. У других манов музыка звучит громче. Так, здесь должен быть генератор где-то рядом с гусеницей, но его почему-то нет. И почему-то... Слушай... У него умелец, да? А, я его не слышал. Я должен был его видеть, но я его не видел. Странно. Давай быстренько вылечим. Ну, в общем, понятно. Вдруг у него умелец. Я в начале игры сказал, и я был прав. Так, ну они там... Так, я понял. Наверное, мы отсюда уйдем. Хотя тут генератор, слушай. Наверное... Вопрос, куда он пойдет? А, он увидел. Стой, сейчас спасу, погоди. Ура! Ну, естественно, он будет меня бить. Кого же еще? Теперь придется очень долго лечиться. Мор попался серьезный, судя по всему. Но спасибо и на том, что травма нет. Лечиться долго не придется. Ну, прям очень долго. Так. Два генератора осталось. Волтер надо как-то спасать. Ой, слушай. Да я заранее, наверное, палеточку скину. Вот так вот мы, наверное, сделаем по-хитрому. И дальше будем лечиться. А Волтера-то спасать надо. А Волтера мы уже не спасем, походу. Вон бежит кто-то спасать. А, и он... Видите, закемпил. А, не, смотри, нормально, Волтера спасли. Тут, наверное, заводить будем. Тут что? Там палетки нет. Здесь палетка есть. А эта палетка бесполезна. Они сюда бегут, по-моему. Так, Волтер вылечился. Нормально. Люк будет в хижине, если что. А чё это он? О, он сейчас сюда пойдет.
Он сюда сейчас по... У него сработал умелец. Жду его. Во-во-во. Пошел. В смысле? Не понял. Вот сейчас не понял. Как кладетка там оказалась? Или это кто был? Мэг? Еще и в подвал. Ну, он теперь искать меня будет, да? А, ну он все, он теперь будет кемпить подвал, я понял. А мы вот так. А мы вот так, а мы вот так. Он в доме, поэтому часы должны... Вроде бы сработали. Ага, городской бег, я тебя понял. Быстрое передвижение в положении сидя. Понятно. Короче, надо в хижине заводить. Генератор. Тут, по-моему, и палета есть, да? Да вот, вот как раз нет ее тут. А вообще-то надо, наверное, дозавести было генератор в мейне, но там сейчас весь экшен происходит. Короче, нужно любой генератор сейчас завести, любой. Один. И, ну, к тому времени, скорее всего, один из двух игроков уже проиграют, появится люк. Слушайте, ну он сюда идет. Он будет проверять. Сработал умелец. Значит, кто-то заводит. Он в мейн сейчас пойдет. В мейне кто-то генератор очень ну, сильно завел. Потому что Мора резко, ну, стало не слышно. Один генератор. Один. Вот там вдалеке кто-то чинил. А это подвал, скорее всего, да? Это, скорее всего, да, это подвал. Сейчас он побежит куда-то, к кому-то. Но из-за того, что я в шкафу, я не знаю, куда он побежит. Наверное, туда побежит, потому что его, ну, не видно. Да, да. Надо возвращаться. Иначе этого чувака никто не спасет. И побежал он как раз туда. К угловому генератору. Уходим отсюда, уходим. О, он ее ударил. Так, а все, надо уходить в люк. Сейчас мы вылечимся. Давай. А, вот так вот, да? Понял. Слушай, ну, надо прятаться. Сейчас люк появится. Главное, чтобы он шкафчики не проверял. О! А почему эта фигня загорелась? Он, походу, меня увидел в шкафу. А, ну люк так и так откроется. Или он сейчас сюда пойдет? А, ну тут я ухожу, наверное. Он меня нашел. А вот Клодет, к сожалению, не повезло.
Сгнившие поля фермы Колдвинд. Так. Сейчас мы с Мак будем чинить генератор. Это угловой, да? Ой, погоди, это уже... Это кто? Это, по-моему, судя по тихой музыке, это вроде как трюкач. Да. По-моему. Нет? Короче, где-то он тут бегает. Наверное, я отойду к другому генератору. Так. В центре хижины карта, ну, такая опасная, потому что тут... Тут один подвал, ну, имеется в виду то, что тут одно здание, и в этом здании подвал. И оно четко посередине, и поэтому рядом с хижиной, ну, раненому лучше не бегать. Странно, вроде как Мэг давным-давно начала починку того генератора углового, но он все еще не починен. Странно, странно. Она должна была давно его починить. Может быть, я вот слышал приближение трюкача. Скорее всего, он на Мэг и напал. Может быть. Ага, вот это тот самый генератор. Угу. Так, пока трюкач занят погоней. Ну, слушай, вот... Так, тут я, наверное, спрячусь от барбекюшки в шкафу. Вовремя, да. А, вон бежит кто-то. Надо спасать. А где он? Он где-то здесь. Пойдем отсюда. А я не к нему ли иду? Мне кажется, ей надо было бежать в мою сторону, вот сюда. Потому что здесь генераторов нет, он бы за ней не погнался. Но он погнался за Мэг. Порчу какую-то сняли. А, я слышу их, они там бегают. Он ножи достал. Где? А, это там. Там генераторов нет. Смотрим. Куда он пойдет? Ну, наверное, куда-то к нам, в центр, по-любому. Сейчас, наверное, вправо пойдет. А потом вниз сюда, да? А, зачем-то он в нее ножами кидается. Опа, генераторы пошли. Он кемпить теперь будет, я так понял. Надо тут вдвоем спасать. Он сейчас кемпить будет. Так, подожди. Он не видит, да? Да, проворонил. Мы спасли. У него костюм какой-то, кстати. Не понял. А чё он так... А, он реально близко к нам. И он к нам не пойдет. То есть он позволит нам генератор завести, да?
О, приближается ко мне. Смотри, смотри. Нет, обратно пошел. А, нет! Спокойно. Так, коровий луп где? Ой-ой-ой. Ой, как не вовремя. А где... Так, одни ворота я видел там, а вторые где? Ну, одни я вижу. Но он там. Где вторые? Неужели они на той стороне? А, вот они. А, там уже открывают. Да-да-да, все там открывают, я вижу. Угу. Так, 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 так. Ага, занят, он занят, он занят. Там открывают, здесь часы. О, спринт, хорошо. Бежим. Часы помогут, нормально. Опа. Защищаем, защищаем, защищаем. Все нормально. Он силу включил. Он начал очень быстро кидаться. Лечебный зал, мемориальный институт Лэри. Карта, конечно, не очень сложная, потому что тут куча стен и непонятно, где генераторы. Ну, понятно, что один в центре. Так тут еще и скверно. Тут еще и скверно. Если окажется, что мы еще и против Майерса играем с вечной первой фазой, вот это будет невесело. А, и тут скверно. Я понял. Не, не, это трюкач. И похоже, иду я прямо к нему. Но здесь хотя бы стены будут защищать от его ножей. Ладно, посмотрим. Сейчас посмотрим, как игра пойдет. Он напал на мэк. И он где-то очень близко. Мне кажется, музыку все-таки надо бы ему погромче сделать. Он сейчас может услышать то, что я чиню. Надо музыку погромче делать. Плоховато его слышно. Мне кажется. Так, один генератор уже завели. Неплохо. И тут половина практически. Причем завели, по-моему, центральный генератор, что вообще прекрасно. Добрый день. На всякий случай осматриваюсь, потому что если у мана умелец, он может подкрасться незаметно. О, слышу, слышу. А, он нападает. Угу. Понятно. Давайте другую сторону карты проверим на наличие генераторов. По-моему, где-то вот они тут были. Они были скверны заблокированы. И они сюда бегут. Я понял. А, нет, центральный генератор никто не завел. Ну ладно. Я предполагаю, что трюкачу тут будет сложно. Потому что много стен на карте. Из
Скорее всего, мы его обыграем. Потому что он еще никого не поймал. А мы уже сейчас третий генератор починим. Да. Так. И где-то тут еще вроде должен быть генератор. Где-то вот тут вот. Да-да-да, да. О, кто-то этот тотем очищает, смотри. Да, этот матч явно легче предыдущего. Спринт готов. Если нападет, можно отбежать. А, ну все. Остался последний генератор, и можно уходить. Правда... Я не знаю, ранг-то игра не отнимет? А то альтруизма-то не было в этом матче. Ну и, кстати, боюсь, как бы у него не было наеда. Наед может всю игру испортить. Я думаю... А, она тотем нашла. А, он сюда идет. Тихо. Что-то мне кажется, что игра ранг отнимет. Да. А ты вроде победил, да, убежал. А ранг игра тебя отнимает. Мне кажется, разработчикам надо сделать так, чтобы игрок, который убежал, ранг не терял. Потому что, ну, если ты убежал, ты победил. И ранг ты терять не должен. О, смотри, у Джеффа тоже ключ. Правда, к сожалению, мы не знаем, где находится... Ну, где будет люк находиться. Но мы точно знаем... Ага. Он меня вроде не видел. Мы точно знаем, против кого мы играем. Ну, он убежал вообще в другую часть карты. Давай чинить тогда. И очень важно не забывать, что у меня сейчас ключ, который будет работать сколько? Секунд 20, по-моему, да? Да, 20 секунд. И он будет видеть мана на расстоянии 32 метров. А правда, если ман невидимый, то ключ его видеть не будет. Он уже напал на Клодет. Так, ну я думаю, что я, наверное, скорее успеваю дочинить генератор, чем не успеваю. Сейчас посмотрим, куда он пойдет. Он в дом пошел, я смотрю, перешагнул. На второй этаж пошел. Видимо, там кто-то... Ага, генератор, скорее всего, ударил. Угу. Если кто-то чинит там, то, скорее всего, дочинит. Сейчас будет... О, он сюда идет. О, он сюда идет. О!
Ну я-то не пойду туда, правильно? Я развернусь и в другую сторону пойду. Ой, а спасать надо быстрее. Ну, успевает вроде. Успевает, успевает. Нормально, нормально. Угу, успел. Сейчас мы вдвоем быстро вылечим. Дед, давай помогу. Так, тут на двоих вроде ген, да? Да. А, сейчас он сюда пойдет. Смотри, дед уступил генератор. О, а он сюда идет, господа. Где, где, где? О! Так, ну я получаю по хребту, походу. Ну, началось. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, пулемет. Не, я тут не убегаю никак. Слышите, как он смеется? Ножи пошли, ножи пошли. За мной бежит. Где палета? О, да ладно. Повезло. А я был уверен, что мне от него никак не убежать. Ну, не очень-то я и долго лечился. Опа. Тотем. Так. И приступаем к починке. Трюкач напал на деда. Надеюсь, что все остальные чинят. Пока игра идет нормально. Джефф вылечился. Значит, никто ничего не чинил. Потому что, скорее всего, Джефф вылечился не сам. А может и сам. Значит, мы максимум вдвоем чиним генератор, да? Один вот этот дед бегает. Ага, хорошо. Два генератора осталось. Но дед, к сожалению, упал. Ну, бегал он нормально. Достаточно долго, правда, он угодил в подвал. И подвал... А подвал-то в хижине. Если я сейчас заведу этот генератор, трюкач, скорее всего, деда будет кемпить. Нет, он... О! Ну и хорошо, пусть за мной бежит. Так, ключ помоги... Как он в меня попал? Через стену, что ли? Алло. А, они отскакивают? Они отскакивают. Так это все, я... Он меня догонит. Ножи отскакивают. Это как понять? Ножи от стен отскакивают. Ясно.
Так, часы? А, часов нет, я понял. Но трюкач меня бить и не собирается пока что. Но он думает, что часы сработали. Так, сюда он точно не пойдет. Я могу спокойно тут лечиться. Ну вот эта игра посложнее предыдущей. О, смотри, дед. Ой-ой-ой, ну зачем? Зря он это сделал. Теперь обоих спасать надо. А мы, наверное, и не успеем. Да, он их теперь кемпить будет. А, не-не-не, нормально, смотри-смотри. Опа. Тот в шкафу ножи достает, это спасает. И он сейчас на них такой отвлекается. И я такой раз, и деда спасаю. Дед. Мы отсюда уходим. Ой-ой-ой. Так. За кем он пойдет? За мной? Серьезно? А смысл за мной бежать? Вот тут генераторов нет. Алло. Ты успокойся. Нет смысла за мной бежать. Успокойся. Ай. Правильно, я говорю, нет смысла за мной бежать. Тут генераторов нет. Так. Я думаю, пока я бегал, тут, скорее всего, уже генераторы должны... Последний генератор должен уже починиться. Нет? Нет? Жаль. Так, а где последний генератор этот? Нет, там работает. В хижине, что ли? В хижине подвал. Туда идти опасно. А, вон он. О, так они в хижине. А, в подвале. Хорош. По-моему, чинит кто-то. Не? Не. О, так он этот генератор даже не ударил. Вообще красота. Вот то, что люк я не знаю где, вот это плохо. И, по-моему, я его музыку слышу немножко. О, нормально. Так. Ага, ворота, ну... Ну, в принципе, далеко друг от друга. Теперь надо либо ворота идти открывать, либо люк искать. Он, по-моему, на деда напал. А, он заблокировал. На сколько? На 8 секунд он заблокировал. Он бегает за дедом. Ой, как не повезло. Или нет? А он за мной не пойдет, потому что я ушел от ворот. Здорово. Здорово, здорово. Так у меня ключ есть. У меня ключ есть. Так, здесь есть? А он что, сюда пришел? Почему он сюда пришел? Я не понял. Здесь люка нет, Джефф. А-а-а, я понял, тут ворота. Ну все, тогда уходим. Что нам этот люк-то? Здорово, дед. Молодец, ворота открыл. Давай, пойдем. Открывай! А что, Клодет? А Клодет где? Только не говорите, что Клодет не убежит. Серьезно?
А, нет, убежала кладет, все нормально. А, ничего себе у него, смотрите, какие навыки. Все навыки нацелены на то, чтобы игроки очень долго открывали ворота. Барбекю и шепоты. Понятно. Ну что ж, дорогие друзья, на этом, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр и всем пока.